Олег Кожемяка поручил главам муниципалитетов срочно наладить подачу тепла жителям. Оперативную ситуацию с началом отопительного сезона заслушали на пленарном совещании. Глава региона подчеркнул, руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за прохождение осенне-зимнего периода. По словам Олега Кожемяка, в ряде районов наблюдаются сбои в подаче отопления. В частности, такая ситуация возникла в Дунае и Фокино, где из-за аварии на водоводе жители не могли вовремя получить не только отопление, но и воду. Это говорит о недостаточной подготовке к зиме и работе команды. Как это значит так жить постоянно на минном поле? Александр Сергеевич, и там другие главы, у кого значит такая ситуация есть? Вы все пройдите своими ногами, шагами, с тем, чтобы подобных ситуаций не было. Если это зимой возникнет, это что, людей эвакуировать? Тогда такой план нужно разрабатывать. Эвакуация людей по халатности. Уважаемые главы, вы посмотрите все внимательно, значит, все свои, значит, резервуары с чистой водой, все подпитывающие, как у вас работает система, откуда она происходит, что будет в случае порыва, большого порыва, там бульдозер заедет или еще кто-нибудь, как вы будете отсекать, есть ли у вас задвижки там какие-то отсекающие, как они работают, посмотрите. Но эту же работу нужно было сделать осенью. Куда мы смотрели? Как доложил зампред правительства, министр ЖКХ Приморья Виталий Блоцкий, в целом готовность коммунальной инфраструктуры края составляет почти 100%.